шма прикида цека будет моего без внимания оставим. Ярко. Швалефор городе. Короче, мы вот таким составом. Рафо, Надо, Шачирко, Суро. Вот так, короче, едем в Сербию. Ну, да не в Сербию, в аэропорт едем. В Сербию мы вдвоем летим. На мои шорты, маля. Как вам мой прикид? Вах, на этот салон. На наш 222. Нет, я создаю, брат, я перетел кабину. Суро. Ну я посмотрел твою камео. И как? Оно едет, брат. Я сейчас все вырублю, смотри. Это attention assist, брат. Нет, брат, attention assist это... Не. Здесь налево нам, да? Да, налево, короче. Брат, поправляют в Сербии, знаешь, брат, сейчас что-то, видишь, какой-то сделаем там. Как вам, брат, 221 наш? Какой аккуратный, нет? Дальше поедем, брат, по Европу. Шма, делаешь, брат, нарушение, что, по кайфу делаешь, брат, на тим пошает. Да, я шучу-то. Шма, здесь и справа, и справа налево делаешь. Шлюха, это тебе. Шма, Ренчо. Эдатик. Шма, не нервничай, брат, все четко будет. Не успеем. На рейс, ничего страшного, вылетим другим рейсом. Нету рейса, брат. А сколько билет стоил? 67 тысяч. Шма, по-братски, плотим 5 тысяч, брат. 5 тысяч плотим. Шма, права нам нужны? Рафу делаешь. Они строительники все здесь. Рафу делаешь. Блин, хочу лайфхак тебе сказать, но уже поздно. Через заправку ебать, понял? Что-то я думаю, хуй мы там, знаешь, это. Не, брат, я хорошо знаю здесь. Все районы хорошо знаю. Не описуйте. Пишу тебе. Не, уже поздно, брат. Все заново. Все заново. Что за уведомление дадим? Она решает всегда мгновенно. Тихо. Шма, зайди на сайт, зарегистрируйся быстрее, брат. Боже, брат. Почему? Здесь. Стой. Здесь. Смотри, какой хороший, 223, смотри, выезжай. Да. Блин, нам бы такой. Ну что, это все за тебя, знаешь? Брат, ты виноват все равно. Шма, виноват все равно я буду, брат. Славику скажи, не заебывай, опаздывай. Откуда он узнал, что мы в Москве? Сейчас, не слышу. Я в клубе. Работает, ты типа сейчас на камеру остановился? Брат, ты видел, что он оформлен? Нет, да, пацан, подвозим. Хрустика жалко, брат, другого въебись, но хрустика жалко. Все, решили, давай, подберемся. Закрываешь здесь направо? На камеру же. Все, заново. С Махотом, да, брат, с Махотом мы проехали бы, брат, завтра. Загуглите, за сколько до вылета Air Serbia закрывает регистрацию. Мы не нарушаем ПДД, брат, здесь так разрешено ездить. До 20. Все, брат, хуярь все, что есть, брат, на все бабки. По автобусу, хуярь справа, здесь направо. Не, на всякий, брат, на всякий. Просто штрафы не лови, все, брат, на хуярь. Все, подойдите. Брат, но ей так, как будто нет камеры, понял у меня в руке? Ключи где? У пацанов, брат? У Рафика или у... Онлайн-регистрацию, кажется, можно делать, брат. Нет, брат. Давай прикольно, но вот этим. Как тебе, кстати, вот с этим шашковать? Да, понятно, как будто не впервой. Дай похуй. Не, понятно, не впервой. Ну, нет, ну типа... Тяжело или нет? Так на камере. Да? Надо ловить. Тренируют капот, БМВ, капот. Успеваем, нормально все, брат. Успеваем. Брат, мы когда не... Лайфстайл, сколько штраф на физлицо? О, юрлицо. На камере. А, все тогда не по. Да, раз, давай, там все рядом, брат. Да, я не знаю. Это же шарик, там все одинаковое.
Кабарда, да? Брат, свои, свои. Сегодня плюс 21. Бля! Это уже стало классика. Интернет не успевает. СТС, СТС. Нормально сюда, не палец, не видно. Пацаны, как думаете, в Сербию сможем заехать на 2023? Я вас потом потом. Реально? Да. Похуй, ты остаешься. Где-то образ спрятанный в книгах, я как сама. Лучше не двигаться, скажи хоть что-то может, но просто пока не... Рейс перенесли! Насколько? Это правда? На завтра. На Шереметьево. Ой, на Домодедово. Шма, посмотри, пожалуйста. Проверь рейс. Рейс ЖУ-135 перенесли на 20.33. Поехали домой. Посмотри, нормально картеж двигаемся с охраной. Здесь даже рейс перенесли, регистрацию не перенесли. ПУС-21, где? Похуй, брат, я смотрел фильм, называется «Терминал». Если что, в аэропорту поживем, брат. Охуенно, брат. Рина! Скажу наш рейс. Вау, бибип! Ребята, видишь, что нам здесь направо? Да, нам здесь направо, брат. 100%. Пустор, пустор, пустор. Надин, ты помнишь, как я проехал один раз? Да, я помню, брат, очень медленно надо, брат. Чтобы не задеть диски, все четко. Чисто, езжай, езжай, езжай. Газу, газу. Мой гелик уехал, сопровод. Бля, наш сопровод съебался. А, не, по расписанию. Включи ТСН, ТС, ТСМ. Еби его, нажми. Да, бля, брат, он... Зацви, зацви. У него номеров нету, блядь. Брат, что-то здесь вы кипиш поднялись с пустого места. Много сзади вам. Транспондер здесь. Брат, последний раз, когда летал, мне отсюда там не пускали меня, там ляпочку. Да пофиг, вот здесь перейдем, брат. Вот. Вот что написано. Вход терминал С. Вот же, брат. Ну да, вот что есть. Да нет, все четко, погнали, поехали. Да нормально все вроде нервничать, все четко. Когда бог с нами, скажи, кто против. Спорт контакт 6, нормально работает, естественно. Если бог с нами, да. Скажи, кто против. Шума, по-братски возьми, да? Мы опаздываем, долбоем, что-то все. Поехали. Ты же нервничал. Так, а что с машиной делать? Видите, брат? Ару, тогда включи. Гау! Гау! Да пофиг на твой негатив, пойдем. Здорово, брат, не обессов вас на рейс, брат. Тот самый молодой, брат, очень поправляет. Шума, лифт, эскалатор, прямо. Брат, приятного аппетита тебе. Чай пить, приятного, брат. На, дверь тоже открой, не надо своему брату близким, вот. А вы говорите, что я черт. Тот самый молодой. Я и мой друг шлюха едем в Сербию. И кто только не подкидывал на хуйню, но сейчас самая редкостная хуйня. Летим в Сербию за... Сколько, за полчаса, бля, мы доехали, бля? За урусом, брат. Да я проснулся без 26. Шма, не нервничай, да, черт. Дай расскажу, заебал, я хочу курить, блядь. Не нервничай, мой брат. Надо с меня, блядь, заебал. Пойдем, блядь.
Да пофиг, давай, мы опаздываем. Оу, брат, это джиткар здесь, смотри. А, пардон, хотя. Ну пофиг. Дина! Рассказывай про сосы, ты что, была? Точно в С. Да пойдем, пойдем, брат, я знаю, что говорю. Он самый молодой. Да пойдем, брат. Дыхай. Срочно улетаем, пацаны, проблемы у нас в городе случились. Оповещение пизду полезал, и теперь у нас проблемы появились. Чего? Без оповещения. Шумар со столом поправил, как пропустили, я не знаю как. Он заряженный еще был, да? Прости. Сейчас узнаю. Шумар, это бустер, знаете? Это бустер, брат, делай ускорение, понял? Как в игре, понял? Это вот эта суета, когда наезжаешь во всех вот так. Самый боковой. Я посмотрел, стою, брат. Шмар, скорость хорошая, да? Клянусь, я уже. Так, а какая стойка? Бля, брат. Мама, я потерялся. Где что-то, чья-то мама сейчас? Мама! Мама! А где табло? Мама! Hello, hello. Где табло? Мама! Не, не ты, брат. Вон, Air Serbia, вон. Я прямо туда прилетел, смотри. Чувствую, да мне похуй, брат, пофиг. Шма повар нужен на эту книгу туристов. Палишься жестко. Какие вы душные все. Шма, это бизнес-класс. Да пофиг, давай этому бизнес. Ренатка. Там станешь или здесь? Давай поделимся. Ренат. А у нас бизнес или обычный? У нас обычный. Бля, короче, рассказываю историю. Я просыпаюсь без 26. Мне Вадя пишет. Брат, не хочешь прилететь? Так, похуй мне. Дай еще, брат, иди сюда, я обсудил. Ну, ты обсудил. Это мне третий раз уже не дашь сказать, я не буду рассказывать. Не, это второй был. Нет. Это второй был. Третий. Умоляю, скажи, брат. Скажи, мой крокодил, мой друг. Умоляю, брат. Сколько прилетишь, да, и все. Ну, смысл тоже понял, история. Не, еще раз скажи, еще раз. Не, ну, спасибо, и что? Умоляю, скажи. Я тебе куплю скиус. Ты же не купишь скиус. Я закажу, пацаны привезут. Нихуя в Сербии. Ну так пожалуйста, и... похуй на Сэма, мне имя скажи. Ебать, ты как уёбок одет, клянусь. Очень. Брат, ну зачем ты чайный подарок мне сделал? Зачем так оскорбляешь подарки? Ты мне хоть раз такие шмотки дарил? Не, просто говорю. Потому что я похуй твои шмотки забираю. Кстати, они с собой со мной. Очень, ну просто. Очень просто. Реально хорошо смотрится, брат. Мне нравится, как она смотрится. Рубашка, прям такая легкая. Брат, приветствую, брат. Подскажи, рубашка нормально смотрится? Рубашка. Нет, говорит. Не? Рубашка хорошо смотрится, брат? Спасибо. Он просто мой друг, говорит, типа фигню купил. Спасибо. Where you from? Китай. О, China. Мои братья, our brothers. Наш. А, брат, это мои братья, общайся с ними. Как ты, брат? Пропустишь нас? Ты там работаешь? Можно тоже в Китай поехать? Четко, брат, поедем. Мы в Сербию, брат, к Кавилону, увидимся. Давай, брат. Чао. Ой, не хау. Так. Не пить хочу, так. Это понял? Я ли. Шма, что с тобой? Почему такой этот грустный? Грусти. Делай. Оказывается, я искал табло. А вот оно, брат. Вот оно огромное. Шма, покажи. Туда покажи, брат. Посмотри, как я искал табло. Оно было так близко, прикинь. Ну, зрение плохое, по-моему, я потерялся. Нормально под спидами? Ой, наступил. Эти, брат, как это слово называется? Это бустер. Ты понял, про что я, брат? Просто хахалываешь, типа, не понимаешь. Вот это когда... Помнишь, на машине, типа, в гонке играл раньше какие-то? Need for Speed, это раз. Почему Need for Speed, когда едешь на машине, наезжаешь, она так... ускоряется. И там такая же на полу была, понял? Я как дал джазу, брат. Там где-то 0-100 без спирта. 2,8, вчера замер делал, прикинь? На стриме. Ну, как вы куда-то уехали от меня на своей F10, я пошел замеряться, думаю, ладно, обиделся на вас. Ну, так, чуть-чуть. Без меня, то есть ты, кстати, чмо. Чемпион Московской области наш, ма. Брат, а где наши роликсы? Роликсы? Да, наши роликсы где? Какие роликсы? Я хотел в Сербию с роликсами поехать. Не жвачка. Дай свою. Шма, иди в паспорт покажу. Мою фотку. На загранники, посмотри. А шучу, да. Смотри еще одну. Здравствуйте. Здравствуйте, Шма. А это? Это USA, это вот, пожалуйста. Виза в это, смотри. Сербская, да. Браха, да. Не, мы вместе. Просто вместе летим. К сожалению. Так, что-то. А правда, это тоже рейс перенесли? А, нормально. Ну мы как, в терминал... Смотрел фильм «Терминал»? Прикольный фильм такой. Не? Посмотри, советую вечером сегодня, брат, после работы. Блин, прикольный фильм. Правда, а, это там, право. Там, короче, тип застрял в терминале, понял? Международном. А на его... Там, а его не могут депортировать в его страну, потому что там, короче, у него в стране война. Ой.
Долетел, не помню, брат. Ну, неважно. Ну, то хороший фильм. Понял, сейчас то же самое, мне кажется, у нас будет. А я ж сюда. Тот самый. О, водопад, брат. Не водопад, брат. Статуя. Не, вон водопад, брат, далеки. Брат, это, ну, это не настоящий там не вода. Шма. Это какая разница? Моя парад шлюха. Четко. Данные смотрите или нет? Можно здесь? А, да. Air Serbia. Воу. Брат, 136. 136. Откуда я знаю? Это Саратов. О, Чернигов. Воронеж. Воронеж, шма. Шма, просто хорошее настроение. Ладно, хорошее, буду молчать. Все, пока. Все хорошо, окей. Все, ребят, меня... Вот меня обидели, Ренат обидел. И вы обидели. Да я шучу-то. Ебал в рот обиженных. Ренат, пока не иди, брат, зеленый коридор. Тот самый молодой. Не, шма, мне надо машину деньги говорить. Пошел на сам летишь один. Эй, риск лег, бля, мне похуй. Да, все, конечно. Да, конечно. А мы в Сербию, брат. В Сербию, да. А Таджикстан, наличными сколько денег перемещаете? Блин, не знаю, хочешь покажу, брат. На, подержи. У меня 50 тысяч. Рублей. Рублей, брат. Не знаю, брат, вот все, что есть. Больше нет, брат. Шмаво, да. Расчехляю свои миллионы. Евро, нет? Доллары есть, брат. Не, евро нет. 500. 500 долларов. О, кстати, как раз там платить будем этими. Все, мы уже проходили? Не мое. Ну, брат, паспорт... Все, давай, брат. Зачем спрашивают? Больше 10 тысяч долларов нельзя выносить просто. 10 тысяч долларов нельзя, брат. Почему 10 тысяч долларов можно, а 100 тысяч рублей нельзя? Нет, 100 тысяч рублей можно. 100 тысяч рублей можно, брат. Ты просто эквивалент доллара, понял? То есть 10 тысяч долларов, это сейчас делает 920 тысяч рублей. Больше 920 тысяч. От Кирилла просто. За границу нельзя, по России до 30 миллионов можно. Здравствуйте. Ну, какие здесь люди приятные. Ну, на... На приятных людей еще один приятный человек бывает. Спасибо вам, хорошего дня. Поправился. Ебали, отказывай мне. Депорт еще куда-то. Не знаю, куда, правда. Я так-то дома. Да, сюда. Кринжалет в городе. Ау, а кто бы этот хороший дзен не сказал, бля. Да-да-да, мотивация будет. Эту рубашку мне бустер купил. Эту. Давай. All foreign passport. Мероприятие БРИКС. Дипломаты... А форейн паспорт это кто? Блин, а мне куда идти? А, та я сюда, вон русский паспорт. Самый бомбовый, где он? Вот он. Здравствуйте. Так, куда, да? Если серия подходит, да. Серия, это как понять? Снимите с обложку, загранник, откройте фотографии паспорта. Ебать. Производится проверка. Прижимайте паспорт. Как скажешь, шеф? Охренеть тема, брат. О, проверка произведена. Та я шучу, да. Посадочный баллон к сканеру. Что, такое тоже надо? Блин, какие бомбовые системы, клянусь соседом. Женя, не обессуй, брат, я не наебаю. Фото, отпечаток пальцев. Ошалеть. Снимите кепку, у меня ничего нету, шма. Давай, все, я готов. Правый указательный палец, секунду, сканер отпечатка. Так, делаем. Цель вылета. Туризм. Штамп в паспорте можно поставить в кабинете при выходе. Штамп в паспорте можно поставить в кабинете при выходе. А где билет? Опять потерял, блин. Да я сюда нашел. Крикни Шачир. Блин, брат, здесь вот очень опасно, как будто лучше здесь не въебываться. Брат. Мои М5 звезды заправляют, прикинь. Ой, дядь. Сэм, ты гребаный гений. Мать его, как же ты хорош, топ лайфхак. Блин, почему так жопа смотрится бомбово? Не, не моя. Вот на этом. Типа, как будто сейчас что-то суета какая-то будет. Второй пилот, записывайте мое имя. Спасибо. 2000 нелегалов в Сербию заработок отправил. Чел, ты придурок, это видос. Запись это, чел. И она говорит, кажется, мой сын тебя смотрит. Можно вас сфоткать? Я говорю, конечно. Взяла, сфоткала меня своим. Реально? Да. Бля, прикинь меня, со мной тоже сфоткался. Робот. Реально? Да вы рот ебал, у меня робот сфоткал. Робот был, ты же не гражданин России. Нахуй меня что? Робот проверял. Реально? Пельмени! Уу, чтобы рыгать на всю, на весь этот самолет поправить. Пельмени, ты без меня кушал, да? Шлюха, а ты без меня ебался, и что мне сделать? Что, долго друг друга будем жевать, знаешь, когда ебать? Тот самый молодой. Аккуратно, эйщайк. Че, мужиков ебал? Да. Не влезли за камеру ходить. О, в ширике, бомба, рай. Я сейчас ему лайка жду. Ну, бизнес заходит, зайдем. Ну, бизнес и посидим. Бля, извини, брат, бля, извини, не хотел, правда, затрогать. Мразь, я весой, брат, я хотел по этому, по шпентик сюда. Так мужчина, будь, ну, да ты кулек в одной руке держи, ты заебал, да. Переманивает. Да не хочу я уже держать. В моем духе сделали. Да, мне какие-то богатые сделали духи. Вот ты в жопу засунул. Шейх 77 имеется у вас? Здрасте. Не, Джо Малон, это запах абьюзера. Я же абьюзер. Я арбузер. Я шучу, да. А вот у меня. Да.
Не знаю, вот эти по кайфу этим попшикать, поеду домой. Все, мне лень, короче. Поехали. Все, пойдем. Ты пошел в ту комнату? По правилам, хороший запах. Рина, пойдем. Помочь, Том, я этот переводчик. Do you need help? Не хрен делать, я все, любой язык знаю. Коничева, коничева. Брат, пойдем, опаздываем на рейс. Какой рейс, брат, на 2 часа до рейса. А, да. Не подскажешь, хороший запах? Что такое, плюс кто не подскажешь, хороший запах или... Ты еще в Анмиле на себя попшикай. Не, это в прошлом. Такой да, пользовался босс? Я. Это новый босс. Босс тоже пользовался. Надо паханова такие купился, один взрослый босс запах. Это взрослый запах, понял? Поехали. Никита, безопасность где? Понял. У него пахана такой. Такой, пойдем. Взрослый запах. Идиот. Давай сигареты покурим здесь. Они, брат, здесь, блядь, блоками продают. Шмани, народ, согреем Авалону. Брат, с пустыми руками летим, хлеву. Брат, он по-любому такую водку не пробовал. А, брат? Здорово. Здорово, брат. Ой, я без. Охуеешь, я с тобой лечу в Сербию. Поклянись соседом. Клянусь. Красавчик, брат. Ну, встретимся на поезде. Добрый вечер. Подскажите, по Сбер Первому, как дойти? Два посадочных, прошу, пожалуйста. Блин, это не могу дать. Мы зайцем. Да? Да, я шучу. Я шучу, да. Да, я не шучу. А, это лицензия, подожди. Я опять потерял, знаете? Сейчас. О, в Сербию, прикиньте, летим. Вы там были? В Сербии были? Мне тоже неприятно с ними общаться. Вы очень правильный выбор сделали. А я зря, я вам сейчас десятки ставлю вот здесь. Все. 10. Брат, там не надо это. 10. А 10 это же плюс или минус? Чёрки, лучше, поверьте мне. Интерьер уютный. Он баллы просто при вас набирает, знаете, он такой. Он гиена. Гиеновские движения уже сделают. Шмат, своей рукой сделай, чтобы типа это не накрутка была. Блок. Чтобы не накрутка была, сделай своей рукой. Рекомендуем нам, друзьям и близким. Нажми 10. 10. А, хериска, Лёха, еще 10. Вот, видишь, матом ругаешься уже. Давай. 10. Еще 10. Еще 10. 10. Тест. 10. Еще 10. Ну, вы, я как-то в Грузии, знаете, учусь. Там вас, ребята, дилер разочаровало. Что удивило, напиши. Удивил, через упишется. Красота. А я шучу. Спасибо вам. Так, чёрки, удачи вам. Это можно выкинуть, не мой билет. Спасибо вам. Чёрки, можете его чёрный список этого аэропорта добавить? Меня желательно самый чёрный какой есть туда. Осуждаю. Асу. Бесплатно поправляй, брат. Всё, что бесплатно, люблю, бля. Паяши, чё-то. Ну, пока поспим там. Давай спальню комнату. Давай. Что прикинь, кто-то ебется? Не пускают нас там. А, да конечно. Это что за долбай? Тот самый молодой. Эй, что здесь хороший? Какой же ты наглый, брат. Молоко, ветчина, курица, соль. Приятно, аппетит вам. Конечно. Она приятно собрала. Блин, давай что тоже наберем, брат. Брат, ты же машину, собери за машину, меня. Ты же машину умеешь собирать? Собери за меня, я с пакетом. Долбоёб, нах ты всё. Бесплатно же, похоже. Тебе больше или мне? Давай по поровну, как братья по отдельно, по три. Так. Сыр будешь, панир будешь? Лео. Паша спрашивает, он бесплатно кидай. А нам точно реже, да, перенесли пацаны? Фасон будешь? Лео. Не. Попукаем, нет, не нет. А этот, редиска? Я бы свеклу похавал. Я не буду редиска, свеклу кинь мне. Свекла что это? Вот это. На русском? Свекла. И хлебушек, каким образом? Да не... Какой у тебя хлеб, брат? Черный. Черный, белый. Черный, кирпичный. Где чайка, брат? Черный, кирпичный. Черный, черный кирпичный? Кирпичный. А. Ну, черного нету, брат, есть серый. Два штука, хай три воровские. Четыре воровские, да? У тебя четыре воровские скоро. Подожди, а это вкусное? Не знаю, попробуй. Не пускай, это приборы вкусный. Не взяли, брат. Это сделай, чтобы соусом был. Вот, вот. Вот, ты что за корейка, морковская корейка? О, как будто там бомбовый кресло. Я тебе говорю, там где-то бомбовую биржу сделай. Сейчас там. Сделаем. Подожди. Вадя пишет, Шма, хочу урус купить, прилетишь. Я говорю, пиздец как срочно. Он говорит, да, я говорю, давай лечу. И все, кинул паспорт и все. Все, брат, я здесь. Перхоть рассыпал? У меня нет перхоти, брат. Бля, гречка будто не поправит. Ой-ой-ой, вот это очень вкусно выглядит. Да, мы тебе все любим. Да? А? Оно и давай, брат, на. Вкусное, да? Да. Одно штуку хватит? Да, да, брат, много не надо. С тефтелями. Блять! Так и делаем. И? Свинина, да. Хозик, а? А. Бля, как сейчас это отменить? Что сделать сейчас с этим? Вика, извиняюсь, а я не посмотрел, он со свининой. А что делать сейчас с этим? Все, понял, как скажете. Я попробую. Сушняки надо, Шма. А как сушняк сделать? Блять, а ну нахуй. Мы поторопились, брат. Здесь завтраки есть. Ура-у! Вот, все, прям, как будто лучше. Э, ну,
Какой сушняк сделал, брат? Колу. Так, знаешь, что хочу? Колу без сахара и даже. Душесть. Ну, я обычная. Потому что на головку колу никто не бьет, надо душесть бить их нет. Че, пойдем на нашу биржу? Салфетки я тоже взял, брат. Открой рот. Открой рот, сука. Дэпи. Я так очень хотел, я его напоследок оставил, гандон или забрал. Лопасы, что ты хочешь? Конечно, у гандона одна трава, бля, этот морковь, больше никого не осталось. Бля, со мной вчера пацаны сидели до 6 утра, стекла на задней. Флюха. Ой, грибы я зря поел, брат, полёт. Ой, зря, матушка влюбилась, я. Смотри, придурок, мы здесь не одни. Охуеть.